Привет! Это расклад на тему «К чему вам быть готовой?» Есть ли какие-то неожиданности в будущем? И узнать неожиданности – это самое главное, потому что иногда, если мы, как говорят, нас застали врасплох, то мы не знаем, что делать. Это Таро котов. И этого кота можно представить как вас самих. У нас на дне у колоды есть семерка меча. Здесь я вижу, что сейчас вы очень переживаете о чем-то, вас очень что-то волнует, тревожит. А вот эта картинка здесь объясняет вашу ситуацию. Какие-то потери, может, финансовые потери, или недопонимание в семье, или какие-то другие страхи более глобального масштаба. Но страхи у вас есть, что-то вас очень пугает. Может, семь людей или семь всяких ситуаций, которые вам хотелось бы прояснить. Неожиданно. Есть ли неожиданности в будущем? К чему вам быть готовой? Или готовым, если, ну, зависит от того, кто смотрит. Кстати, расклад всегда мой актуален в тот момент, когда вы его нашли. А вначале мы будем с вами настраиваться. Настраивайтесь на свои вопросы. Это цыганская выкладка Кельтского креста и моя авторская выкладка очень глубокая. У меня есть уроки, в которых я это все объясняю. Итак, неожиданности, к чему вам быть готовой. Первый крест называется «Три креста». Это моя версия расклада. Второй крест – кардинальный. И третий крест – мутабельный. То есть то, чего не видно вообще никак, кроме как через карты, нельзя увидеть совсем. Добавочные карты кладу с двух сторон. И вот, пожалуй, уже все выложено, все готово к тому, чтобы рассматривать. Давайте рассматривать первый крест. И у нас здесь, смотрите, рыцарь меча, и что его перекрещивает, то есть какие есть тайны в вашем будущем, к чему вам быть готовыми, это восьмерка жезлов. Так что первый крест, он очень даже счастливый, поскольку восьмерка жезлов показывает, что Вселенная сейчас очень быстро будет менять вашу ситуацию. А Вселенная сейчас показывает вам, что вы под присмотром высших сил. Одну секундочку, возьму свою волшебную палочку, чтобы показывать вам тоже, да? У меня все четко всегда по делу, я раскладываю, показываю все при вас, говорю, что вижу. Это карта скорости, восьмерка жезлов. Очень быстро все будет меняться, и вам нужно готовой быть к очень быстрым переменам. Но я вижу это как положительные перемены. Восьмерка жезлов – очень положительная карта. Здесь кто-то просто неожиданно быстро найдет работу, если ищет, например, давно уже. Вот неожиданно быстро найдете. Или кто-то, вот, если у вас в семье какие-то проблемы, или, как я уже сказала, в другом каком-то понимании дела, влияние третьих лиц, обстоятельств, то очень быстро все будет меняться в положительном ключе. Вы будете удивлены очень хорошему результату. Но у вас есть помехи. Рыцарь меча – это, конечно, неприятные люди, которые хотят вам принести плохие новости. Но они часто это делают, потому что хотят вами манипулировать. В вашем окружении есть кто-то, кто хочет вами управлять, манипулировать. Посмотрим кардинальный крест. Хорошо, хорошая карта. Посмотрите, жезловая карта. Это карта, ну, помощи, поддержки, король жезлов. Хорошая карта. И это то, что было, уходит навсегда. Вот здесь позиция слева. У нас здесь с вами умеренность. Пятерка чаш и девятка чаш. Ну вот, вы вложились в какого-то человека. И этот человек оказался подлецом. Видите, здесь вот так вот все ясно видно. И уходит то, что этот человек на вас сильно влиял. Вы от него зависели, скорее всего. Вложились в него, зависели от него. Он на вас сильно влиял. И вот влияние здесь по умеренности проходит. Но это все в прошлом. А что будет, что может быть и что будет наверняка с правой стороны, что будет? Ну, это карта трансформации. Будет трансформация. Давайте будем еще по две карты добавлять. И
Итак, у нас в основании идет дополнительная карта. И что может быть? Дополнительная карта. В основании дополнительная карта девятка жезлов. У вас в 9 раз больше сил, чем вы думаете. Вы решите все проблемы, все вопросы решите. Там нет сомнения в этом. А дополнительная карта в то, что может быть, у нас здесь, видите, тройка меча. Но есть враги. Это могут быть кармические узлы, это могут быть враги, это могут быть препятствия, люди, которые вам хотят помешать. Они есть. Что будет? Наверняка. Ой, карта звезда. Шикарная карта звезда. Я смотрю тут только прямые в этих рамках. Четверка пентаклей – это финансовая свобода, финансовое благополучие. Карта шут. Ну вот карта шут говорит, что вы освободитесь от чего-то. Вы освободитесь от влияния тех людей, которые хотели вам навредить. Потому что шут – это освобождение. Это освобождение от кармического влияния, от влияния третьих лиц и обстоятельств. Кто-то пробовал напустить на вас порчу, сглаз или проклятие. Кто-то заказывал вот по этим двум картам, это четко. Кто-то заказывал какие-то грязные ритуалы у колдунов. Но им идет обратка. Потому что в будущем показано, окей, сработал их ритуал или нет. Спешу вас уверить, что их ритуал совершенно не сработал. Они получают четко обратку буквально сейчас, когда вы смотрите расклад. Это враги, злые люди, недоброжелатели глобального или общего понимания этого слова или частного, вашего личного. Те, кто вам пытались угрожать, помешать, узурпировать вас, кто посылал негатив или заказывал грязные ритуалы у колдунов. Во-первых, колдуны наказаны вот именно по этим двум картам. Это самые четкие карты в колоде Таро, которая показывает обратку и закрытие канала колдунов. И еще, если я сочетаю, смотрю, окей, они делали ритуалы, да, они посылали негатив, они угрожали вам, они были для вас опасны, то вопрос не в том, что делают другие люди, потому что другие люди – это другие люди, да, всякие там есть, и хорошие, и плохие. Вопрос в том, как на вас это отразилось, диагностика того, получился ли у них ритуал, смогли ли они вам помешать и сделать вот этот харм, доставить вам неудобства, неприятности или еще хуже, повредить вам. И вот эти три карты просто отвечают четко на этот вопрос. Шут, четверка пентаклей и карта звезда. Несмотря на то, что о вас распускали грязные слухи, вы звезда, вы сиять будете еще ярче. То есть, ну, они делали вам грязный пиар, но таким образом они говорили сами о себе, потому что умный человек понимает, что любой человек, который сплетничает или еще хуже поливает кого-то грязью, он говорит только о себе. Вообще любой человек всегда говорит только о себе. Он способен увидеть то, что в нем есть в самом. И, кстати, это не факт, что это есть в вас. Если этот человек говорит о вас что-то, это не факт, что эти характеристики есть у вас. Скорее всего, у вас их вообще нет. Человек пребывает в своем мире и видит те характеристики, которые есть у него самого. Поэтому всегда во все времена и народы умные люди видели, что сплетники, люди с грязным языком, это могут быть в семье, там, мать, свекрови, на работе, какие-то неприличные, как сказать, коллеги, в кавычках, или могут быть люди в более глобальном понимании этого слова, они говорят сами о себе. Они не могут вас видеть, потому что у них замыленный взгляд, они видят только себя, свои недостатки, а вот это вытворяют. Вы будете светить еще ярче, у вас дела будут идти еще лучше, у вас карта звезда в будущем, все ваши мечты исполнятся. Вы будете популярны в профессии, вы будете очень богаты. Карта звезда – это баснословное богатство. Вы будете миллионером или миллионершей. И вот знаете, как в псалом есть такой, они будут наблюдать за вами, когда ваши столы будут ломиться от всех изощренных явств. То есть вы будете богаты и благословенны. Они будут наблюдать и будут от черной зависти сгорать. И к ним идет обратка.
Звезда-то тоже в любви вы звезда, у вашего партнера вы звезда, и никто не может изменить его мнение о вас. Ни соперница, ни мать, там ни треугольник, ничего. Не сомневайтесь. Если они посылали вам негатив касательно денег, у них была такая злобная черная зависть, то четверка Пентаклей говорит, что вы будете очень богаты. Вот это вам нужно знать прямо сейчас. Это абсолютно неожиданно, да? Неожиданно придет богатство, придет счастье, вы будете блистать. И карта Шут говорит, что вы просто имеете такую сильную защиту от Солнца. Солнце – это Архангел Михаил, что никакие враги вам не страшны. У вас в будущем финансовая свобода и независимость, и успех в личной жизни, красота ваша и благополучие. Вот это у вас в личной жизни. И вот карта нулевая – это же защита. Это защита ангельская, круговая защита. А ну смотрим кардинальный крест, может быть. Вернее, это был кардинальный, это мутабельный, то есть то, чего не видно. Императрица. Ну, я уже сказала, вы звезда и императрица. Здесь у нас рыцарь Пентаклей. Это две позиции, вы и другие люди. Вы императрица, у вас будет удобная, счастливая жизнь, удобное положение. И другие люди принесут вам прекрасные новости касательно денег, благополучия, потому что рыцари меняют жизнь, приносят новости. И рыцарь – это прекрасные новости. Страхи и надежды. Вот этот угол верхний, левый – это страхи и надежды. А королева чаш, вы боитесь, что там в любви вам что-то кто-то помешает. Вот вы таких вещей боитесь, да? Не бойтесь ничего. Страхи ваши, они напрасны. И итог расклада – десятка пентаклей. Но это любимейшая карта. Эта карта даже лучше десятки чаш. Потому что там, где в семье, в вашей личной жизни, в быту, между родными, есть богатство, есть достаток, и я вижу, достаток будет, стабильность, достаток, там хорошее настроение у всех родных хорошее настроение. Но когда у всех родных хорошее настроение, то вообще ни о чем не нужно заботиться. Десятка пентаклей – это полное счастье. Это, знаете, когда мы ничего не боимся, когда дом – полная чаша, когда есть взаимопонимание, когда есть любовь, когда есть вот красота, бытовая красота, да, уютно всегда, сытно всегда, ничего не угрожает никогда. Вот это и есть десятка пентаклей, это счастливое поколение, дети вот радуют вас, родители у вас в нормальном состоянии. У вас все под контролем, да, у вас есть денежная вот такая подушка безопасности, у вас все прекрасно. Знаете, зачем я мешаю колоду? Я хочу взять советы по знакам зодиака. Итак, стихия огонь, Львы, Овны и Стрельцы. Прекрасная карта «Тройка жезлов». Это карта перспективы на развитие отношений или же перспективы на переезд у кого-то. Знаете, часто высшие силы теперь говорят о переезде, потому что для очень многих это актуально. Вы уже не обессудьте, я честно считаю карты. То, что выходит, я говорю. Огненные знаки, у вас перспектива какая-то. Или на торговлю, или на лучшую работу. Или же на переезд у кого-то. Если вы переехали, вы умничка, благоразумничка, правильно сделали. Это трудно себя заставить. Но человек, который вот раскрыт к миру, он всегда от мира берет все, что мир ему дает. И вы будете счастливы, богаты. Молодец, что переехали. Никогда не пожалеете. Или у вас будет переезд у кого-то в другой город, в другую область, или же даже в другую страну у многих, да, мои дорогие, так показывают карты. Итак, смотрим для знаков стихии Земля. И у вас здесь, смотрите, видите, мечевая карта. Но это хорошая карта. Это очень хорошая карта, потому что это король меча. То есть это мужчина храбрый, смелый защитник, или же партнер, или же какая-то сила защитная, да?
Король меча часто проходит как архангел Михаил, который защищает, или же кавалер, который защищает, или муж, или партнер, или в более глобальном понимании защитник. Вы под защитой, вам нечего бояться. Кстати, не сказала, стихия Земля – это тельцы, девы и козероги. Сейчас возьмем совет для стихии знаков воздух, весы, водолеи и близнецы. У вас семерка жезлов. Вы сейчас защищаетесь от кого-то, но я здесь вижу, что, понимаете, вам не стоит даже вот тратить силы на вот этих негативных людей. Я вам предлагаю еще раз переслушать вот этот момент, где было про колдунов, про злых людей, про третьих лиц, потому что вы их боитесь и защищаетесь. И все, что я сказала, все открыли здесь, когда высшие силы открывали мне эти карты, то там было сказано, что вы под защитой, вам нечего бояться. Не бойтесь, двигайтесь вперед, не сидите, ничего не ждите, двигайтесь вперед. Или в профессии, или на работе, или дома. Ничего не бойтесь. Нельзя сидеть на месте, потому что там, где нет движения, там нет жизни. Жизнь там, где есть движение, и знайте, имейте уверенность в себе, что вы намного выше этих подлых врагов, понимаете? Намного выше. Посмотрим для... Ну, у вас будет все хорошо, да, только не бойтесь никого. Для знаков вода – это рыбы, раки, скорпионы, шестерка пентаклей. Это карта щедрости. Щедрости Вселенной в вашем отношении. Это щедрость высших сил в вашем отношении. Это помощь от тех людей, которые вам могут помочь. Выплата пособий, устройство какое-то, благоустройство своего жилья, удача, успех в карьере. Ну, пентакли – это благополучие. Вас ожидает благополучие, удобное положение. Императрица здесь рядом. У вас все замечательно. Все будет хорошо. Не забывайте думать о себе. И инвестируйте в свое здоровье. Инвестируйте в свой опыт жизненный, в профессиональный опыт. Потому что это кадра щедрости. Вы, наверное, очень щедрый человек и раздаете энергию другим, не оставляя себе ничего. Подумайте о себе, отдыхайте достаточно, инвестируйте в себя. Вот у вас будет все замечательно. Вообще все знаки получили хорошие советы, каждый по-своему. Там было много сказано неожиданностей. И вы услышите сочетание моих слов и энергию слов, каждый по-своему. Не сомневайтесь, лучше, чем заказанный расклад, это общий расклад. Я заказы не принимаю, я очень долго принимала людей, у меня огромный опыт. Но поскольку у меня много подписчиков, у меня есть обязанность делать каждый день настоящие расклады для подписчиков. Это то, что я делаю для всех, общие расклады. И каждый узнает здесь себя, и каждому будет помощь. Поэтому у меня просто... Я не делю свою энергию между заказанными и общими, да. И это, знаете, если бы у меня были заказчики, я бы это делала как рекламу моих услуг. Ну, не я бы, но так принято, да. То есть, ну, вы смотрите, на что я способна заказывать и типа. Но у меня нет заказчиков, поэтому расклады живые. Они действительно помогают тем, кто их смотрит. И вы прекрасно понимаете, что любое гадание, оно бесплатное не бывает. Если вы хотите, чтобы расклад сбывался, здесь небольшие тонкости, которые, в общем, ничего не стоят материально, не подумайте. Вы, если пожелаете, выполните, потому что это пойдет вам на пользу, и расклады будут очень мощно сбываться. Просто поставить лайк, кто может это, кто может переслать мои видео в свои соцсети, на свою страничку поместить. Такие как Facebook, Instagram. Кто-то может послать донат иногда, но есть такие люди, конечно, у которых есть средства, и это не накладно. То есть там $1-2 в месяц, это не накладно, правильно? Это можно сделать у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. kolenatarot.com. Или же можно стать спонсором канала, тоже благодарю от души. Желаю вам счастья, благополучия, всего самого лучшего. Я знаю, что я вам еще пригожусь. Поэтому до скорой встречи. Пока, мои дорогие.
Thank you.